Ван Арсен Интернешнл является мировым лидером в строительстве цехов по производству кормов для животных и целых комбикормовых заводов. На восточном побережье Швеции Ван Арсен построил новый завод для Kalmar Landman по производству кормов для птицы, крупного рогатого скота и свиней. Это новое производство заменит два старых завода, и теперь для его работы достаточно лишь одной бригады операторов. В ночное время на заводе находится всего один оператор. Он может выполнять любые производственные настройки с планшета через Wi-Fi подключение. 5 производственных линий этого ультрасовременного завода обеспечивают его общую производительность на уровне 100 тонн комбикорма в час. Кроме того, предусмотрено перспективное расширение производственных мощностей за счет 6-й линии. Имеющаяся инфраструктура в виде складов и поставок сырья морским транспортом полностью подключена к новому заводу. Сырье поступает на завод различными способами. Сырье с автотранспорта выгружается в завальную яму приема. Минеральное сырье, такое как мел, соль, подается в силосный склад пневмотранспортом. Микрокомпоненты, например, витамины, поступают в биг-бэгах. Вы можете увидеть эти линии пневмотранспорта по всему заводу, где он применяется. Его изгибы сводят к минимуму износ металла изнутри от воздействия абразивных материалов. Кроме того, стенки трубопровода очень толстые, что обеспечивает его долговечность. Сырье в жидком виде – соевое, льняное масло и меласса – поступает в танкерах через этот терминал. Обогреваемые емкости для хранения жидких компонентов размещены в изолированных зонах в трех различных температурных режимах. Магнитная система и очиститель тщательно проверяют сырье на наличие инородных предметов. 52 силоса для сырья сконфигурированы под взвешивание. Каждый из них имеет свой весовой дозатор. Таким образом, все рецептурные компоненты можно дозировать одновременно, что позволяет производить 34-тонных порций в час. Для малых компонентов на каждой производственной линии имеются отдельные весовые дозаторы. Поскольку все силосы, бункеры и смесители имеют весовую оснастку, оператор может в любой момент видеть, где какое сырье или готовый продукт находится в процессе, а также следить за фактическим уровнем запасов. Сырье подвергается дроблению в молотковых дробилках и хранится в наддозаторных силосах. Кассеты с ситами легко вынимаются для обслуживания или для замены молотков. Определенные виды кормов для птицы требуют применения не молотковых, а вальцовых дробилок. Не только молотковые дробилки, но и все приводы свыше 15 кВт оснащены энергоэффективными электродвигателями с частотными контроллерами. В сочетании с автоматической сменой сит сырье можно дробить до любой желаемой структуры корма. Пыль и любые искры от молотков создают потенциальный риск взрыва, поэтому бункеры после дробилок оснащены взрыворазрядными устройствами. Кроме того, в нескольких местах в технологической цепочке установлены датчики искр, температуры и дыма. При срабатывании этих датчиков клапаны в цепи автоматически закрываются, и оборудование выключается. Вопросы безопасности решаются различными способами. Например, в лестничной шахте имеется система водного пожаротушения. Высочайшие стандарты гигиены обеспечиваются за счет того, что изолированные зоны с избыточным давлением предотвращают любую форму загрязнения между различными производственными линиями. Лопаточные смесители быстрого однородного смешивания также оснащены весовым оборудованием. Меласса перед подачей в технологическую линию подогревается и вводится дозированно. И, наконец, перед гранулированием смесь обрабатывается паром. После обработки паром в гигиенических целях продукт выдерживается в течение 4 минут при температуре 85 градусов. Если в установке не осталось продукта, температура в ней поддерживается горячим воздухом, чтобы предотвратить образование конденсата и загрязнение в результате охлаждения.
пар на технологические нужды поступает из большой котельной, которая вынесена в отдельную зону. Следующий этап в производственном цикле – это гранулирование, прессование смеси в гранулы. Уникальная система смены матриц позволяет быстро менять матрицы для производства гранул различного диаметра. После гранулирования продукт охлаждается. Двухъярусная конфигурация охладителей обеспечивает быструю смену продукта. Воздух для системы охлаждения забирается с улицы через фильтры HEPA исключительно тонкой фильтрации. Зимы в Швеции могут быть очень холодными, поэтому уличный воздух при необходимости подогревается. Отработанный воздух из охладителей очищается фильтрами и выводится через крышу. Пыль из всех транспортных систем и силосов постоянно аспирируется. Качество поступающего и выбрасываемого воздуха тщательно проверяется при помощи счетчиков частиц пыли. Для очистки фильтров и работы задвижек и клапанов используется сжатый воздух. Все здание оснащено системой центральной вытяжки, что позволяет обеспечивать беспылевую среду на всех участках производства. При необходимости гранулы можно измельчать, например, при производстве кормов для птицы. Гранулы и крупка просеиваются для отделения пыли. Отсеянная пыль возвращается в систему гранулирования, но при необходимости может и выводиться из технологической линии. Чтобы пыль не скапливалась за пределами технологического производства, все силосы, бункеры и машины имеют закругленные углы и срезанные ребра, а кабели уложены друг над другом для минимизации скопления пыли. На каждой производственной линии имеется накопитель для гранул для дополнительного ввода жидких компонентов. Жидкие компоненты, которые не выдерживают воздействия высокой температуры, могут вводиться напылением. Готовая продукция поступает в один из 96 силосов готового корма. Для бестарной отгрузки на автотранспорт имеется три отгрузочных линии. Каждая точка отгрузки оснащена двойными весами-роботом для максимальной скорости и гибкости. Пробы каждого продукта забираются автоматически, так что качество и состав отгружаемого корма могут быть проверены. Новый завод Kalmar Landmann в Швеции является еще одним доказательством инновационного потенциала Van Aarsen. Исключительная надежность технологического процесса, высокая производительность за счет эффективности и гибкости, низкие эксплуатационные затраты и затраты на обслуживание, оптимальное соотношение энергоэффективности и высочайшие стандарты гигиены. И все это в комфортных и безопасных условиях труда. И в конечном счете, это проект Van Aarsen.